Аэрофлот организует для ветеранов Великой Отечественной войны бесплатный перелет внутри страны и в некоторые европейские страны в мае этого года, сообщает информагентство «Северпресс». При наличии мест для повышения класса обслуживания героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы будут перевозить в бизнес-классе. При этом каждый участник акции может оформить бесплатный билет для сопровождающего лица. Кроме перелетов внутри России, ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие лица смогут перелететь в страны СНГ, Балтии, Грузию, а также из всех стран бывшего СССР, европейские страны – Болгарию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию. Билеты начнут оформляться 25 апреля, срок их действия – 1 месяц, сообщает официальный сайт президента России. С 1 по 10 мая холдинг «Российские железные дороги» предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих внутри страны. Акция действует также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов «Сапсан». С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий, сообщает пресс-служба РЖД. Оформить безденежный билет можно в кассах дальнего следования на основании сведения о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении удостоверения участника или инвалида Великой Отечественной войны, либо удостоверения о награждении медалью за оборону Ленинграда. Для иностранных граждан оформление проездных документов производится при предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года. Сборы за оформление проездных документов взиматься не будут. Участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающего лица не будет взиматься плата из-за сервисной услуги. Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов Великой Отечественной войны и оказания им помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений общества.